Красноярск вернулся смог. Экологи объясняют дымку лесными пожарами и палами сухой травы. Датчики зеленых общественников фиксируют превышение концентрации вредных веществ почти во всем городе. Но уровень загрязнения пока не является опасным, режим НМУ не объявлен. Экоактивисты предполагают, что из-за смены направления ветра дым от лесных пожаров идет в город. Хотя по оперативной информации лесопожарного центра, сегодня зафиксирован лишь один очаг возгорания в Курагинском районе, но и тот был локализован. Тем не менее, в Среднесибирском УГМС прогнозируют повышенное загрязнение, и связано это в том числе с погодой. В Красноярске будет облачно, ожидается ветер с порывами до 6-11 метров в секунду и температура от плюс 12 до плюс 14 градусов.